эфире. Здравствуйте всем. Сейчас мы подключим нашу красивую Анастасию. Уважаемые рекламодатели, партнеры, кто пишет в директ, звонит директору, мы там пишет письма, пожалуйста, сразу же оформляйте свои коммерческие предложения. Давайте будем уважать время друг друга, время моей команды. Если нам будет интересно, мы будем вам отвечать, потому что вот эти предложения, свяжитесь с нами, у нас есть для вас предложение, никто связываться не будет. Пишите внятно и конкретно. Так что хочу вам напомнить, что также открылась новая площадка YouTube, мы запустили второй сезон, вот наш продакшн работает, так что все рекламодатели, пожалуйста, оформляйте, опять же, коммерческое предложение. И присылайте. Так, я так немножко блоками. Значит, Санкт-Петербург. 24-го ночью я прибываю в Санкт-Петербург. Буду 2 дня. Поэтому, если, опять же, кто-то по сотрудничеству, пишите моему директору или пишите в директ. И я хотела вам напомнить, что... Так, 25 декабря у нас будет прямой эфир с одной очень интересной девушкой. Она составляет матрицы по звездам, в общем, знает очень много интересного и о магии цифр, как это работает, чем расскажет. И так, 28 декабря, тоже в 18:00, мы проработаем 30 желаний, с которыми у вас возникли проблемы с формулировкой. С Викторией Успешной мы будем это делать вновь, вы с ней уже знакомы. Так что накидывайте свои вопросы мне. Говорят, что людей интересуют только 3 вещи. Вот сколько ты весишь, сколько ты зарабатываешь и с кем ты спишь. И вот одна моя знакомая придумала очень правильный ответ. Говорит, зарабатываю много, вешу мало и с кем не сплю. Давайте, отвечайте мне, кликайте свою реакцию, кто отвечает так же. Хотя жизнь у Ксюши такая, что, знаете, она могла бы вот весело послать мне, отшучиваться. Полюбила мужчину, поверила ему. Он ее бросил с ребенком в чужом городе, оказался подлецом. Она разрывалась между работой и садиком, потеряла прибыльный бизнес. Но вот посмотрите ее профиль, ну разве таких женщин бросают? Посмотрите на эти ноги, на эту улыбку. А еще красота и ум. Я, конечно, не мужчина, но и без этого понятно, что это просто супер девчонка. Мозгов Ксюши хватило еще и на то, чтобы не прощать изменника. И, знаете, самостоятельно воспитать сына джентльменом. И еще, честно говоря, год назад она, знаете, в ужасе думала,
как она справится, как сможет ли она позволить сыну учиться в частной школе. И что вы думаете? Получилось? Она учит его IT-технологиям, путешествует, занимается ребенком, занимается собой. Переходи в ее профиль, научит вас зарабатывать. И заработать свой первый миллион. Давай, переходи к этой красотке в профиль, и она реально тебя научит, не выходя из Инстаграм, заработать свой первый миллион. Может быть, звучит пафосно, но так оно и есть. Что вы думаете происходит? Накладывают специальную марлевую сеточку, потому что сверху сейчас будут накладывать маску, которая будет все вытягивать, все вот эти нехорошие штуки из кожи и питать. В общем, знаете, можно поспать, отдохнуть, в ухо вставить наушник, послушать аудиокнигу какую-нибудь или какие-нибудь. Информации, что очень. Это к слову, кто спрашивал о уходе. Это все гино. Всем продолжаем. Закончили детоксиджен процедуру, смотрите. Брута куколка. Брута хорошая куколка. Класс вообще, слушайте, это прям фантастическая процедура, она новая. Прям пробуйте. Попробуйте. Не забываем пить водичку. Костюмчик классный. Я как зефирка, как бизешка. For two stop. Ride for two stumps. Ну что, мы с сапсамочки? С Максиком он наливает чаечек. Алкогольный. Он врет. Жахнул. Мы не пьем. Я а еще вам хочу, смотрите. Это Катя, знакомьтесь. Видите, как она красиво пишет? Супер просто. Я сказала, что я не буду демонстрировать, как пишу я, потому что я пишу как медик. Ну, то есть фиг разберешь, только человек с медицинским образованием может так разобрать то, что я пишу. В общем, до встречи, Петербург. Мы выезжаем. Приехали. Спасибо, до свидания. И там красиво, карета такая. Такой отельчик. Мы сейчас приедем в Петербург, ты прекрасен. Какой красивый отель. А, как будто я в Ирице, в Париже. Очень красиво. Прям. Да. Мы хотим шампанского. Здравствуйте, девочки.
что так красиво. Прям, можно сказать, я с корабля и прям на бал. Смотрите, как красиво. Очень красиво. Шампусика выпиваешь, и просто сказочно. Мне кажется, идеальное место. Смотрите, как красиво встречают мандаринки, конфеты. Здесь, собственно, производство, да? Шампанское, господа. Сразу понятно, что я в Петербург приехала, в Царский, понимаете?